Здравствуйте! Я по-прежнему Александра Владимировна и рассказываю о томатах в теплице. Перед вами сердце буйвола. Да, забыла сказать, что сегодня 23 июня. И вот перед вами сердце буйвола. Приехал он ко мне, по-моему, из Великих Луг от Анны Малышевой. У меня их 3 куста. Есть еще. Тоже набирают цвет. Это индетерминантный сорт. Крупноплодный. Покажу цветочек вам. Тоже непростой он цветочек. Ну, такой средненький. Есть цветочки намного крупнее. Ну вот, сердцевидной формы. Хорошо наливаются. Сегодня у нас очень жарко. Вечером запланирован полив. Мы встретимся с сердцем буйвола, когда он даст уже нам какой-то результат. Но мы будем с ним знакомиться подробнее. Всего хорошего!